Вітаємо вас, шановна громада. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ. І сьогодні ми з вами поговоримо про доволі цікаву тему, яка завжди викликає ажіотаж та суспільний інтерес. Ми поговоримо з вами про гроші, а конкретно про взаємовідношення грошей людини та суспільства. В студії ведучий телепередачі «Точка росту» доцент Сумського державного університету Олег Туляков та постійний експерт передачі «Точка росту», кандидат економічних наук Валерій Іванович Борзунов. Доброго дня, Валерій Іванович. Шановне товариство, у нас в Сумах є люди, які збираються та обговорюють актуальні проблеми розвитку і Сумщини, і України в цілому. Агенція творчих подій – така інституція, яка відома в Сумах своєю культурною діяльністю, вона проводить такі щомісячні філософські диспути. У цих диспутах беруть участь одні й ті ж люди. Це поет Ігор Касьяненко, інженер Олександр Ільченко, журналіст Олександр Кугук та я, філософ Олег Туляков. І от наша остання зустріч була присвячена темі «Людина і гроші», і результати цієї зустрічі викликали неабиякий ажіотаж у соціальних мережах. Тож ми сьогодні вирішили і поговорити про це в ефірі телеканалу АТВ. Валерій Іванович, надайте, будь ласка, як економіст, як науковець, класичне визначення, що є гроші і які взаємовідносини гроші, людина, суспільство. Прежде чем перейти к определению, я все ж таки пару слов скажу в этом событии, которых ты обозначил. Это вот философские там дискуссии ваши, то интересно то, что когда мы рассматриваем проблемы финансового рынка, там, валютного рынка, рынка ценных бумаг, то есть финансовой системы и инфраструктуры, то мы очень мало говорим о философии денег. Такого понятия философия денег даже в научном мире редко встретишь. А на самом деле деньги, они имеют не только обычное такое, в понимании обычное, прикладную сущность, как товароденежных отношений, условно называю материальная такая часть, но она имеет и морально-нравственную сторону, то есть денежные отношения, они влияют на формирование человека, на поведение человека и на формирование общественного мнения. Жаль, что на стыке такого материального и гуманитарного не происходит осмысление тех событий, которые происходят у нас на финансовом рынке. Что касается классического определения, то я бы опять-таки разделил на два таких направления, два части. Классика – это товароденежные отношения, то есть деньги выступают как эквивалент собственности других товаров. Это в определении говорится особый вид товара. И деньги имеют пять функций таких. Функция, как я уже говорил, мера стоимости товаров, функция обращения, то есть когда происходит мена товара на деньги или деньги на товар, то деньги выступают определенным инструментом. Функция накопления, функция платежа, и деньги – это основа мировой финансовой системы. Пять таких функций. Это материальная сторона. Гуманитарная или морально-нравственная, я бы отметил так, что взаимоотношения между деньгами, людьми и обществом формируют не только нравственную сторону, но они формируют и отношения как на товарном рынке, так и в производственных отношениях. Если мы рассмотрим самую упрощенную формулу, допустим, товар-деньги без всякого воспроизводства, то на упрощенном можно сказать так. Каждый из нас, человек, представляет собой какую-то рабочую силу. Рабочая сила – это товар.
я свою рабочую силу продаю за определенное какое-то вознаграждение. И таким образом расшифровывается вот это вот товароденежные отношения. Товар рабочей силы превращается в деньги, и с этими деньгами я уже тогда начинаю реализовывать функции этих денег. То есть, ну, во-первых, это для потребления, то есть тут первая получается функция потребления для того, чтобы человек существовал. И вторая функция – это накопление для того, чтобы мог дальше реализовывать те особенности, которые требуют во времени. И третья, может быть, функция – это накопленные деньги ты можешь превращать в товар, то есть это обычные товары, денежные отношения. Но кроме этого ты можешь инвестировать, то есть ты можешь переходить на следующий уровень, увеличить свое благосостояние. Вот если коротко, то это вот то определение, которое вкладывает смысл товароденежных отношений и вообще денег. Вот инженер Олександр Ільченко, учасник наших зборів, він от наголошує на такому. Я скажу, що я тут відібрав ті думки, які стосуються тематики нашої передачі. Інші думки учасників цієї зустрічі опубліковані на сайті Агенції творчих подій. Тож, хто із глядачів зацікавиться, може на цей сайт звернутися. Так ось, Олександр Ільченко. Для подверженных культу потребления, целенаправленно внедренному в нашу систему ценностей, деньги стали социальным наркотиком. Люди согласны отдать свое здоровье, потерять свободу, лишиться свободного времени, даже пойти на преступление, включая убийство, ради бесцельного накопления как можно большего количества денег. Как бы вы прокомментировали? Ну, это относится как раз ко второй части вот определение денег, то есть морально-нравственной стороне этой категории. В свое время, да, она и сейчас есть такая у экономистов философская шутка, деньги – это зло, но без них очень плохо. То есть вот тут, если посмотреть, тут заложено достаточно большой смысл. Деньги влияют на такую нравственную категорию, философскую категорию, как добро и зло. То есть, с одной стороны, можно говорить, что без денег жить нельзя, это добро, потому что мы вынуждены там удовлетворять свои потребности, а это требует средств. А другое дело, деньги рождают зло, потому что деньги, как говорится, не нажитые, нажитые неправедным трудом, это само по себе зло. Деньги, которые ведут к неправедному обогащению, они не только не приносят добра конкретно тебе, но они развращают самого человека и развращают общество. Вот я бы даже рискнул сказать, что вот здесь появляется шестая функция денег, она не в классическом определении, но я бы ее назвал бы шестая функция денег, это мера продажности человека и мера продажности общества. То есть, грубо говоря, а за какую стоимость, за какую цену ты готов продать? И что ты за это получишь? Вот, наверное, вот Александр, наверное, имел именно это в виду. В различных житейских ситуациях человек всегда сталкивается с тем, что вот можно решить это дело по закону, а можно решить гораздо быстрее. Вот отсюда и возникает, вот за сколько я могу поступиться своими моралями и нравственными принципами. И второй момент – это особенно вот, страшно для общества, когда деньги соединяются с властью. Деньги и власть, то есть каждая по себе эта категория, она – это испытание для человека. Вот кто прошел через власть, тот понимает, что власть – это такой наркотик, который меняет не только принципы, но и очень часто ломает человека. Так вот, сочетание деньги и власть – это такой разрушительный механизм, который, в общем-то, порождает вот нашу тематику, эту злободневную, я ее называю, коррупционный консенсус. Коррупция отсюда возникает. Потому что если мы посмотрим, что является основой коррупции являются теневые деньги. Без денег коррупции не бывает. Поэтому вот
тот философская мысль, которую достиг, сформулировал Александр, вот он, мне кажется, выливается вот в такую категорию, как деньги – это мера продажности человека и общества. Знаете, Валерій Іванович, я якось з подивом на цій зустрічі звернув увагу, що ну, я там ще не єдиний був дійсно апологет грошей, і я вбачав там більше, набагато більше позитиву. Ну, я розглядав фінанси як відносини і наголошував на тому, що гроші мають допоміжну функцію. Журналіст Олександр Кугук, він навіть представив свої афоризми. І тут декілька афоризмів, які також опубліковані на сайті Агенції творчих подій. Один із цих афоризмів, він можливо дещо такий грубоватий, але він мені найбільше подобається. Якщо чоловік чрезмірно служить золотому тільцу, він сам становиться буковатим. От скажіть, будь ласка, ось чого в літературі там, і в цьому афоризмі? Чому образ грошей і все, що пов'язано з грошима, такий потворний? Такі якісь, от, в даному разі, там теля, золоте теля. Тут же ж Олександр повторює там, відомий образ. Частково ви вже відповіли. Ну, можливо, саме цей афоризм вас наштовхне ще на певні думки. Ну, тут два таких моменти, які хотів би відразити. Це перше, от деньги ще обладають такою, навіть не функцією, скажу, а такою от способністю, можна так сказати, что их никогда не бывает много. И вот что, так как и власти, допустим, ее тоже никогда не бывает много. Вот чем больше человек имеет деньги, тем больше он хочет иметь их вообще. И возникает ну, какой-то вот, какая-то ломка философии человека жизненной, что у него вроде бы то все есть, вот, а если посмотреть, человек счастлив от этого, то есть существует ли корреляция между количеством денег и счастьем человека? Вот она такая, вот, если графически это отобразить, то она растет, 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 доходит до какой-то реперной точки максимум, когда человек вроде бы говорит, ну вот хорошо мне. А потом идет на спад. На спад, причем мы знаем очень много таких чисто трагических даже судьб, когда деньги и власть приводят человека к очень печальным последствиям. И вот если посмотреть, вот я даже посмотрю на 90-е годы, когда возникали, вот сейчас их называют олигархами, а тогда просто вот шальные деньги появлялись. Вот если сейчас посмотреть, а кто спустя 25 лет остался здесь на арене финансовой, политической и вообще жизненной, на пальцах можно пересечь. То есть деньги не приводят к комфортности, к моральным каким-то устоям, к жизненным устоям. І не дають щастя. Ви згадали 90-ті, я також хочу згадати 90-ті, щось тоді відбулося. Все ж таки наше суспільство тоді оце випробування грошима, на мій погляд, не витримало. От наше суспільство простило, можна сказати, це збагачення окремих осіб за рахунок національного багатства. І ось результату цього аморального такого прощення ми зараз і бачимо. Ну, все ж таки, чому гроші, уяви про багатство, от вони якось різняться з уявами про інтелект, про порядність, про вихованість? Ну, в принципі, я вже на цей вопрос відповів. І я би не сказав, що це ну, особливість от нас конкретно, допустим, там, или особливість там, України і так далі. Ну, если вы обратитесь, допустим, там, к литературе, ну, такие самые известные произведения, допустим, в области финансов, там, финансист Драйзера, допустим. То есть 300-400 лет назад эта проблема существовала. Когда не существовала еще там валютная система в виде там, доллара, евро и так далее, существовали более простые обменные, то, золотые там, монеты и так далее, эта проблема все равно существовала. То есть чрезмерное богатство и отстранение, ну я бы даже сказал не отстранение, а неадекватное измерение стоимости труда порождает вот такое вот разрушительное воздействие. Вот мы сейчас, у нас происходит это, что деньги – это является мера стоимости и измерение стоимости самого труда,
но оно абсолютно неадекватное. У нас во всем обществе и на Украине, и в мире происходит расслоение доходов. Вот недаром же говорят, что там 1% самых богатых людей владеет там 80% или сколько там процентов активов общества. Это разлагающий принцип. И во всем мире эта тенденция сейчас наблюдается. И просто мы на Украине это переживаем более серьезно, более катастрофически, потому что у нас экономика падающая. А в принципе вся мировая финансовая система сегодня происходит производит такие изменения, и мы входим уже в мировой финансовый кризис, который усугубит и наше положение. Валерий Иванович, поэт Игорь Касьяненко, он высловился так. Сегодня количество бумажных и даже виртуальных денег настолько велико, что они приобрели новое качество и стали квазиразумным существом, которое управляет миром, для многих заменяя Бога. Это существо уже вышло из-под контроля так называемого мирового правительства и живет само для себя. И контролирует наши умы, самые разнообразные образы, раскрывая наши потаенные и далеко не всегда светлые желания. Вот как бы вы прокомментировали такую точку зору? Классный тезис, и здесь очень много таких вот чисто профессиональных точек, может быть, он не это имел в виду, но оно прозвучало. То есть, допустим, первое, количество денег. А чем определяется количество денег? Количество денег – это экономическая категория, то есть есть закон обращения денег. В упрощенном виде я могу сказать, он звучит так, что количество денег в данный период, которые обращаются в стране там, или где-то там, на рынке, должно соответствовать стоимости, реальной стоимости товаров. Вот этот баланс. Если этот баланс нарушается, тогда возникают там дефляционные процессы, инфляционные процессы, возникает теневая экономика, то есть люди пытаются найти выход из этого положения. Вот мы сегодня, у нас происходит именно это. Второй момент, допустим, а почему появляется вот этот дисбаланс? А он появляется из-за эмиссионных процессов. То есть когда у меня деньги эмитируют в центре, центральной, то все мои недостатки и разрушения в экономике я пытаюсь компенсировать печатанием денег. Появляется, вот как он назвал это, виртуальные деньги, но, будем говорить, не очень точное определение. Появляются фиатные деньги. Фиатные деньги – это деньги необеспеченные. Вот два механизма у нас, которые на сегодня день получаются. Нарушается баланс – и увеличивается количество необеспеченных денег, что по обратной связи разрушает реальную экономику. Валерий Иванович, багато також зараз іде розмов про те, як міняється цей валютно-фінансовий ринок. Надайте, будь ласка, ваш прогноз, що нас чекає, які зміни чекають у валютно-фінансовому ринку. Ну, насчет прогноза я осторожный, я не люблю заниматься прогнозом, тем более в таких многофакторных системах, но тенденции четко просматриваются. То есть просматриваются тенденции к тому, что мир и финансовая система переходят к так называемой мультивалютной системе. Вот на сегодняшний день мы в основном привязаны к доллару. Хотя мы, вот если посмотреть, что такое доллар, США там и так далее, так это доллар не США, это доллар не государственный, это доллар так называемой ФРС, Федеративной резервной системы, Вот. И он не обеспечен, то есть он не привязан ни к какому стандарту. Раньше он был привязан к золотому, сейчас не привязан. Вот мир переходит, к мультивалютной системе, то есть возникает множество валют. Вот сегодня, допустим, возникают региональные валюты. И второй момент, валюта начинает привязываться к золотому стандарту. Вот если обратите внимание, то на сегодняшний день многие страны начинают пополнять свой резервный фонд за счет золота. Вот Америка пошла сейчас по такому пути, я с удивлением узнал о том, что, оказывается, у них на хранении находится около 8500 тонн золота. И они сегодня в планах думают
Трамп провозгласил, Америка прежде всего. То есть они думают о создании такой системы валютной, которая прежде всего будет развивать экономика, экономика в Америке. А куда денется этот доллар? Сегодня возникают очень большие такие перспективные планы у того же Китая. Там около 2000 тонн золота накопили. Они тоже готовятся к переходу на обеспеченные деньги, и в частности к золотому стандарту. Почти в 2 или 3 раза увеличила добычу золота России. То есть мир переходит, стремится переходить, динамика, по крайней мере, такая, к обеспеченным деньгам. Это одно направление. И второе, вот это нашумевшее, уже многие об этом говорят, криптовалюты или виртуальные электронные деньги, которые тоже сегодня... С точки зрения технологии это перспективно, с точки зрения обеспеченности они пока ничем не обеспечены. Но вот очень такой вот тревожный для меня сигнал, уже буквально на прошлой неделе появилась информация о том, что появилась первая криптовалюта, которая котируется не в долларе, а в золоте, то есть обеспеченная золотом. Вот, на мой взгляд, мы сейчас входим в такой вот где-то 5-летний, наверное, цикл, когда будет финансовая система меняться и появится множество валют, но с принципом обеспеченности. Валерий Иванович, все ж таки предметом наших досліджень, як нашої громадської організації, так все ж таки головною темою наших розмов в студії телеканалу АТВ є Сумська область, Сумщина. От скажіть, будь ласка, хоча б так потенційно, хоча б так можливо, чи оці зміни у фінансово-валютному ринку, чи можуть утворити які-небудь можливості для регіонального розвитку, щоб їх можна було використати нам, ось конкретно тут на території Сумской области? Ну, валютные изменения – это не регионального уровня и даже не уровня таких стран, как Украина. Это диктуется глобальными такими изменениями. И здесь, там, в Сумской области, мы вряд ли можем повлиять на там, курс доллара там, или там, замены доллара там, на другой и так далее. Вот. Но на более низком уровне, вот, рассматривая, допустим, там, инвестиционные проекты, рассматривая проекты устойчивого развития, мы так или иначе выбираем себе партнера. Вот на сегодняшний день очень опасно сосредоточиться на выработке стратегии инвестиционных проектов, ориентируясь только, допустим, на одну валюту, но на тот же самый доллар или на евро и так далее. Как говорится, в одну корзину нельзя складывать все яйца. Вот надо ориентироваться на те перспективные валюты, которые сегодня появляются. А мир сегодня начинает заполнять юань. Как он трансформируется дальше, я трудно предугадать. Отчасти я уже сказал, как оно движется. Вот надо, прорабатывая стратегию регионального развития, уходить от одновекторного развития. Надо выходить на многовекторное развитие и там искать вот различные выгоды. То есть если ты проиграл в одном, то выиграл в другом. Вот принцип применения многовекторности на региональном уровне можно делать. Дякуємо, Валерій Іванович, за змістовну розмову. Шановна громада, сьогодні ми говорили з вами про гроші, про вплив грошей на розвиток людини, на розвиток суспільства. Ми сподіваємося, що вам з нами було цікаво. До нових зустрічей на телеканалі АТВ. До побачення.